По мне уже просто все, все долбят, все, все орудия. Кинь гранату. Вредонос. Ну это что? Блин, туда опять сели. Ну что я буду делать? Туда просто опять сели. Просто убер-миссия. Я ее буду проходить бесконечно. Пипец, их видите, сколько их здесь? Вон, смотрите, смотрите, сколько их здесь. Немножечко, да? Они хотят, чтобы я это рвал. Ну еще здесь непонятно что. Все. Залпов больше не будет. Вообще. Ой, везде стационарные орудия эти дурацкие. Жопа полная. Надо было сразу так сделать, да и все. Тоже знал. Что их настолько здесь много. Здесь, в принципе, есть шанс. Ну, блин, здесь уже танки тут подходят. Но шанс снести орудие вполне есть. Ну и танки можно снести, попробовать. Ну если боты, конечно, собираются это делать. Да-да-да, минус один танк сейчас будет, отлично. Да, есть, есть, минус один танк. Сейчас может быть второй танк, если этот не зрепит. Все-таки захочет кинуть гранату, нет, не захотел. Нет, он отходит. Плохо. Что здесь делать? Опять отнесло в полынью. И по мне весь огонь сосредотачивается всегда. Просто всегда по мне огонь сосредотачивается. Вот видите, по мне до сих пор палит. Откуда? Через пол экрана просто. Отличный. Просто супер, супер точность. Попал в какого-то левого чувака, который был там в километре. Давай еще раз беги обратно. Пока не замочишь этот танк, твоя душа не будет упокоена. Ну, я не знаю, что с этим домом делать, конечно. Пороться можно. Так, нет. Второй миномет у меня все-таки есть. А-а-а, понятно, в чем прикол-то. Все понятно. Ну-кс, дотянется, не дотянется. Сколько надо? Метров 15 вот сюда. Вот в чем прикол, там слева гаубица, оказывается, фигачит. Полноразмерные. Офигеть. А я думаю, что за фигня? Кто там так долбит? Откуда? Что это вообще? Как-то понимать, как-то проходить. А сразу нельзя было пока. Ну там, блин, показывают так, что полчаса надо ждать, смотреть. Конечно, прямиком в миномет, ну а как еще? Опять!
кто-то там занял все-таки позицию, да? Все, ну его уже не повернешь. Лафет поломался. Черт возьми. Ну это грустно, конечно, че. Это до уничтожения танка, насколько я понимаю. У меня здесь все еще 5 человек зато. Так, ну здесь надо срочно гаубицы сносить. Ибо полная жопа. Ну опять сейчас меня выстрелит. Не успела. А этому придурку сейчас одну кнопку нажать, там выстрел и все. Он сейчас меня выстрелит все-таки. Если я его сейчас не сниму. Не снял. Целый бы ее оставить, неплохо было бы. Господи, как вы заколебали-то переходить? Уже двое сразу прибежали. Навелся. Попадет же, а? Конечно, попал. Минус еще один чувак. Минус лед. Ой-ё. Надо, короче, не по гаубице долбить. А по людям, которые там вокруг. Надо второй миномет туда еще притащить. Никогда не помешает. Два раза больше огневой мощи. Надо всю эту обслугу, значит, отправить на тот свет первый. Но он опять не хочет стрелять без моего участия. Что, как это понимать? Ну а так уже в ручном режиме не постреляешь. Без ручного режима он не хочет стрелять. Что, я должен вот так, что ли, микрить? Триндец, а? Нет, это куда-то еще стреляет. Что-то куда-то стреляют. Но наши уже отходят. По кому они там стреляют, непонятно. Ни в кого не попадает в итоге. Чё, двойной снаряд? Чего? Вы это видели? Двойной снаряд. Какого чёрта? Да куда вы стреляете? Тупая вообще. Тупой комп. Кусок компа. Разворачивается еще сам куда-то, не понятно куда. Просто микробог. Давай быстрее. Так, ну эти-то уже из-за пулеметов-то не станут 100%, правильно? И
из-за карт прибежали, молодцы. Ну вот что это? О, жопа. Что за подкрепление? Может, я что не понимаю что-нибудь? Ну все, в том же составе приперлись обратно. А наших здесь уже нету. Лет сто как. Так, один танк минусанули. Второй что-то им пока не под сил. Чё за дебилы-то? Куда они попёрлись? Вот наркоманы-то, а? Куда-то попёрлись. А нафига и куда, непонятно. В общем, мы расстреляли кучу снарядов от миномета, ничего при этом не добились. Да, здорово, да. Еще одна гаубица такая же стоит, конечно. Хорицеры дурацкие. Пятерых в отключку отправляет, как нефиг делать. Надо этот танк вырубать, с ним ничего не получится дальше сделать. Да что такое-то? Не хотят они валить. Ну он тупой, я его туда вообще не посылал. Почему трое бегут кинуть одну, мать его, гранату? Вот загадка века. Разве нет? Что происходит-то? Они еще разделились. Самостоятельно куда-то там. Ох, не знаю, не знаю. Там хоть не снайпера уложили. Не снайпера. Как-то фиолетово снайпер, не снайпер, потому что снайпера здесь мало, постоянно садятся новые олухи за старые пушки. Еще одна гаубица. Еще одна ПТХ, еще одна ПТХ. Еще ПТХ и эта гаубица, блин, как она меня бесит. Не знаю как, но это надо уничтожать. Хе. Вальнули все-таки, да? А, все, миномет, тю-тю. Когда успели? А, надо было уходить, да и все. Ну это типа элита, это типа элита. Надо уничтожать наверняка эту херню. Но под пулеметным огнем настолько плотным, это хрен знает как сделать вообще.